В Брестском доме ветеранов сегодня проживает 10 свидетелей войны. Среди них 6 фронтовиков, самому старшему 94 года. Это участник сражений на Курской дуге, человек, который в жесточайших боях с честью отстаивал независимость Родины, Василий Филиппович Погорелов. Гостей потянутый фронтовик радушно встретил, похвастался хорошим самочувствием. Мужчина, несмотря на почтенный возраст, активно проводит досуг, с удовольствием общается с брестской молодежью, вносит огромный вклад в ее патриотическое воспитание. Представители общественных объединений поблагодарили ветерана за победу и прикрепили к двери пожилого человека памятную табличку. Довольны, что вручили табличку, что заслужил, значит, заслужил со всех сторон уважение к нам. Вот это я даю большое спасибо, благодарность, что не забывает. Представители Брестского городского совета ветеранов, объединения профсоюзов, союза офицеров БРСМ. И это далеко не все участники акции, которые посчитали своим долгом поддержать инициативу и прийти в гости к ветеранам с добрыми пожеланиями и подарками. Люди, на долю которых выпали нелегкие жизненные испытания, сегодня как никогда нуждаются во внимании и поддержке. Словом, делом, любой вклад, даже такой, как живое общение, найдет отклик в сердце каждого седовласого орденоносца. К нашему счастью, абсолютное большинство говорят... Я бы даже сказала, не абсолютное большинство, а все ветераны говорят слова благодарности государству за то, что им уделяется огромное внимание и оказывается помощь. А нуждаются они сегодня в общении. То есть они желают, чтобы их посещали почаще и чтобы с ними поговорили, послушали, как складывалась их жизнь, судьба. Вот это главное, что мы уже выносим из тех посещений, которые на сегодня произошли. Цель этой акции – это не только в дни победы посещать, но и ежедневно оказывать шефскую помощь, интересоваться, навещать людей, подбадривать их. Никто не должен остаться без внимания, таков лозунг участников акции. А потому в рамках мероприятия, которое продлится до 8 мая, запланировано посещение 350 участников Великой Отечественной войны, проживающих в городе Бресте. Среди них перешагнувших 90-летний рубеж единицы, и именно они особенно нуждаются в помощи.